на Массандровский пляж, увидел ярмарку, 300 рублей, курочка домашняя, 420, мясо, 420, мякоть 400, это 330, а фарш почем? По 380 на последний. Ни хера себе, у них по полтиннику маслы, я в шоке. Я в шоке, маслы у них по 50. Скажите, пожалуйста, дужечку докторскую и зачем? Да. 420, докторскую, любительскую. Буженина 550, грудинка 550, грудинка 550. Тепло в Ялте. Для меня даже жарко.
Лёшка, отсутствует.